дезинфекция – комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний. В емкости номер один очищаются инструменты от остатков крови, пломбировочных материалов. В емкости номер два в дезинфицирующий раствор погружают инструменты в разобранном виде для дезинфекции и оставляют их на 30 минут. Затем инструменты промывают под проточной водой в течение 10 минут. После погружают в ультразвуковую мойку для проведения предстерилизационной очистки при температуре 60 градусов на 15 минут. Затем снова промываем под проточной водой в течение 10 минут. Затем промываем дистиллированной водой в течение 30 секунд. Затем проводим пробу азопирам для проверки качества обработки инструментов. Упаковываем инструменты в бумагу, где располагаться инструменты должны свободно. Закрепляем упаковочной машиной пакет. Указываем срок стерилизации, ставим время и подпись. Укладываем в автоклав готовые инструменты и проводим стерилизацию. Все стерильные инструменты хранятся в отдельной полке и используются по назначению.